Зовут меня Павел, фамилия Христенко, компания «Диана Киев». Занимаемся производством и поставками в Украину строительных кровельных материалов. Попал на данное мероприятие, получил почту по электронной, скажем так, системе оповещения, можно так сказать, так замысловато. Повелся только на скидку. Почему? Потому что до сегодняшнего дня посещал достаточно большое количество мероприятий разного рода подобного, как бы, направления. Но сегодняшнее мероприятие, можно сказать, как бы все стереотипы и предыдущие, скажем так, практики поломало, как бы. И, скажем так, как сказал Кирилл, я уже начинаю превращаться с пьяного паука, допустим, в какого-то системного руководителя предприятия. И в целостности, скажем так, вот именно на сегодняшнего, да, как бы каша какая-то в голове еще осталась, много информации. Хотелось бы, конечно, чтобы более так вот эффективная вентиляция была в помещении для лучшего восприятия информации. Но в любом случае, как бы, я очень благодарен, как бы, Кириллу. Я получил очень много информации полезной, в частности, вот именно структуры отдела продаж. Вот именно, как бы, за все время получения информации, как бы, где бы то ни было, я вот четкой такой вот практической линии не наблюдал нигде.